Иван – сирота, женат, воспитывает двух дочек. 10 лет семья ютилась в съемной квартире, мечтали о своей. Свое жилье иметь – это больше всего, в чем мы нуждались. Просто снимать квартиры – это сложно, очень накладно. Мечта сбылась. Месяц назад Ивану вручили ключи от собственной квартиры. Две комнаты, детская и спальня, мебель, кухня – все условия. Теперь планируют ремонт. Мы хотим вообще сделать им смежную комнату, ну, разделить как этим вот небольшим этим вот, одна для старшей, другая для младшей. Наша жена и спальня. Ну, тут не сильно менять ничего не будем, не знаю, доклеить обои. Программа покупки жилья для детей-сирот работает по всей республике. За 3 года из бюджета выделили около 30 миллионов рублей. 137 новоселов уже въехали в свои квартиры. В этом году у нас выделено более 8 миллионов рублей на данные цели. Уже закуплено 29 квартир. И вот до конца года еще государственным администрациям будет приобретено 7 квартир. Программа будет работать и в следующем году. В бюджет заложили 9 миллионов рублей.